уже подхожу. Но... кажется, электричеством все в порядке. Я счастлив. Ну да. Что да? Алло. Алло, что ты молчишь? Алло. Да нет, все в порядке. Ладно, она мне скоро понадобится. Да? До свидания. Сейчас машу, извини. Да. Когда? Где? Извини, машине. Ну что, где мы остановились? Тебе не интересно? Пап, когда умираешь, это на всю жизнь. Для этой жизни, да, на всю жизнь. То есть мама навсегда останется в земле? Нет. Твоя мама на небесах. И она смотрит оттуда на тебя. Видит, как ты растешь. И гордится тобой. Она любит меня? Под кроватью тоже. И под кроватью тоже. Ждать нельзя больше. Ты принес деньги? Да, завтра буду. Да пойми, нельзя тянуть больше. Да, да. Привезешь сюда деньги. Ваня! Ты не понтуй! Я не понтую, ты! Я тебе сказал, через полчаса сюда налить! Понял? Доктор сказал, повезло ей. Вовремя успели. Сказал, рецидива быть не должно. Молодцы. Вот. Это
на первое время. А ты что, уезжаешь? Да. Надолго? Береги себя. Будь осторожна.